Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь вас приветствует на своем канале. Сегодня хочу с вами поговорить о расческе 336. Что это за расческа и для чего она используется? Прежде всего, я вам сразу скажу, коллеги, это универсальная рабочая расческа. И вы можете работать на любых длинах. Короткие, средние, длинные. То есть, как вам будет удобно. Единственное, что она больше, чем такие расчески, как 339, рабочая, 332 и 334. Она будет чуточку длиннее, чем расчески, которые я перечислил. Это единственный момент, что она подлиннее, потяжелее чуть-чуть будет, там, ну, совсем доли грамма, но вес у нее больше. Это ее отличие от других расчесок. И, соответственно, у нее широкий достаточно, вот видите, обушок. То есть, если вы будете делать тушевку, и вам покажется, что все-таки расческа оставила много волос, ну, значит, берете расческу с более тонким обушком и, ну, делаете тушевку дальше. Вот, а так все то же самое. Тот же самый пластик гнется, вот видите. Вот, все так же вот. Все так же гнется, выдерживает температуру 220 градусов, как указано на упаковке. Вот. И все, в принципе, так же. Если же у вас будут какие-то ко мне вопросы, вы пишите мне в личку. Я оставлю ссылку в описании, где данную расческу можно купить. Также оставляйте комментарий к данному видео. Если вам понравилось это видео, как я вам рассказал, ставьте пальцы вверх. Буду вам очень благодарен. Делитесь этим видео с коллегами. И всем желаю точных стрижек. Всем хорошего настроения. Всем пока.